Меня зовут Сурен Хорлао Дугаржав. Я родилась, выросла и живу в Монголии. По образованию я врач и проработала по профессии более 10 лет. По жизненным обстоятельствам мне пришлось оставить работу, чтобы иметь больше времени и энергии и увеличить благосостояние семьи. Вместе с мужем мы начали работать в частном секторе. Но нам это давалось нелегко. Это был тяжкий труд. В то время эта работа не приносила нам достаточных доходов. Еще тогда я стала часто задумываться над тем, как нам жить дальше. Наше будущее не было светлым. Мы вдвоем сильно волновались за будущее наших детей. В то время у меня была мечта. Я мечтала о такой работе, где все будет зависеть от меня. Я хотела работать лучше. Я хотела лучше жить. Я мечтала о более хорошей жизни. И как будто кто-то услышал мои мысли. В 2000 году в мою жизнь вошел прекрасный человек из далекой страны, который познакомил меня с продуктами Гербалайф. В том же году мне посчастливилось побывать на моем первом мероприятии Гербалайф в Кремлевском дворце на праздновании 5-й годовщины кампании в России. На том мероприятии я увидела, как жизнь многих людей изменилась к лучшему. Посетила интересную лекцию Дэвида Катсена о наших продуктах. Эта лекция стала поворотной точкой моей жизни и указала путь в светлое будущее. После этого я старалась помочь многим клиентам достичь прекрасных результатов. Они, в свою очередь, стали приглашать своих друзей и знакомых, стала формироваться наша команда, и так через 3 года, в 2003 году, я стала President Team. Но позже, ввиду ряда обстоятельств, произошел спад в нашем бизнесе. Многие члены команды ушли из бизнеса. Мы неустанно проводили тренинги для оставшихся независимых партнеров. Мы пользовались переведенными материалами по тренингам, которые были нам доступны. В 2007 году мы впервые услышали о распространении клубной системы в Мексике, где многие смогли вывести бизнес на новый виток развития. У нас появилась большая надежда, уверенность, что мы сможем снова построить наш бизнес и вернуть наших независимых партнеров в бизнес. Наш прекрасный спонсор Светлана Давыдова принесла нам материалы по клубам и клубным мероприятиям. В 2007 году мы начали работать с клубами в Монголии, и количество наших клиентов увеличилось в несколько раз. Наши клубы стали посещать 40, 50, 60, 100 и даже 120 гостей ежедневно. Клубы были практически переполнены. Так мы восстановили наш бизнес, наши команды стали расти, независимые партнеры стали достигать новых статусов. Благодаря этому у нас сегодня много President's Team. С 2020 года был осуществлен переход в онлайн-режим, что дало нам новые возможности расширения бизнеса. Мы стали проводить постоянные встречи с гостями и клиентами в наших онлайн-клубах. Многие из них были из отдаленных районов страны, а некоторые и из других стран. Клиенты стали участвовать в онлайн-марафонах, посещать онлайн-клубы, тренинги, академии успеха, и в результате наши команды стали шириться. Многие достигли прекрасных результатов и квалифицировались на новые статусы. Число President's Team в Монголии увеличилось. Мы тоже с мужем очень рады, и это наша честь, что мы смогли перейти на столь престижный новый уровень. Компания Herbalife Nutrition дает нам много потрясающих возможностей. Я очень благодарна нашей команде, всем нашим дорогим спонсорам и, конечно, нашей компании. Herbalife Nutrition – это потрясающая компания. Она предоставляет равные возможности всем без исключения, без оглядки на знания, образование, расу и религию. Эта компания предоставляет потрясающие возможности правильно питаться, вести здоровый образ жизни, чувствовать себя молодыми и энергичными и жить полной жизнью. Я призываю вас всех использовать эти возможности, брать от жизни все и строить здоровый мир вокруг нас.